Йоу, what's up, чуваки? What's up, чуваки? Джонни Джойстик здесь. Джон, however, в этой суке. Йоу, как у вас дела, чувачки? Я залетел. Вы знаете, как я люблю. Я залетел. Поуз. Вы знаете, как я люблю, когда русские типы дропают клипецкие. Когда русский рэпчик дропает клипецкие. OG Buddha, Mr. Game Changer, с треком «Грязный» на фите с Кари Милана, 163-й. On my motherfucking neck, чуваки. Окей, чуваки, давайте чекнем это дерьмо. Окей, Plex. Окей, Rex. Проснул сразу, дал два банга, я снова сонный, 6.3 ляма, я только в Москве сонный. Hold up, чуваки, во-первых, погромче, you feel me? Во-вторых, хочу вам сказать, что это пиздец очень сильный кадр. Hard кадр. Young Way, окей. Проснул сразу, дал два банга, я снова сонный, 6.3 ляма, я только в Москве сонный. Если ты мой оп, то советую тебе... 6.3 ляма, это только в Москве сонник, чуваки. Окей, Гриша. Окей. Слова его не было, нож в него легко проник. Кашляю так, будто у меня бронхит. Малой залетел в топ-чарты у моего брохи. Малой стрелял в долбоеба у моего брохи. Да, ебаный гоут, у меня сыр кул. Теперь глок грязный. Хочу сказать по поводу клипецкого. Я всегда хочу давать пропс, давать респект чувакам, которые создают клипы. Это рандом, да, это скорее всего Рожок снимал. Да, это снимал Леха Рожков, монтировал, я так думаю, тоже он. Красавец, очень талантливый чел. И посмотрите на эти транзишны, переходы. Это лучшая версия клипа G-Shock. Шарите? Пока у меня такое мнение. Пусть в него легко проник. Кашляю так, будто у меня бронхит. Малой залетел в топ-чарты у моего брохи. Еще раз остановимся на клипе, чуваки. Смотрите на этот переход с масочкой, да? Приятно. У моего брохи. Малой стрелял долбоеба у моего брохи. Да, ебаный гоут, у меня сыр кул. Теперь глок грязный. Убийство на районе, теперь блок грязный. Мой братик сканил, теперь ноут грязный. В моем стакане... Блять, сука. Чуваки, смотрите, хакеры сидят. В моем стакане... Твой понт это ебать тёлку, которую ебал каждый. Твой понт это ебать тёлку, которую ебали однажды. Бро, это наше отличие. Бля! Возьми. Кто там звонит? Мы клип снимаем. Иду, окей. Вайбин. Бро, what the fuck? Чуваки, смотрите на Скали. Скали кушает агушу, чисто чел продолжает играть на камеру. Конкретный отсев, сейчас перезвоню, попозже, ладно? Давай, Ее вагина была охуенная, я оттуда не вытащил. У моего бро передоз, я облилки. Ай-яй-яй-яй, блядь. Богатый вечно, ведь у меня альткоинов много. Что-то имели против, и они уже покойники в морге. Вы что меня хейтите, а раньше были поклонники вроде. Бля, не так. Вы типа раньше хейтили, а ща поклонники. Сука. Бля, не то сказать хотел, но мне похуй вообще. Дэм, это что за часики? Что это за часики? Audemars Piguet. Окей, нахуй. Окей, ёп. Я так понял, это хата будет, да? Plex on Plex on Plex. Rex on Rex on Rex, bitch. Окей, чуваки, погнали дальше. Хочу, это смешная парта, ускали пиздец. Закончил это дерьмо, сейчас начну другое. Качнули это здание, сейчас качнем другое. У меня трап знания, твое дерьмо другое. Сучка как в зане, ее белье другое. Йо, ночью отрахал грузинку. Снялся с дека пятаков зеленую резинку. Let's go. Я ебал Ануки, а вечером Маринку. Мой язык острый, как будто я пихал его в точилку. Мы самые старые здесь, как Ози Осборн. Но как будто фрешман, но мы вето, но не ветеринары. Но мы любим софт, но нам тоже нужна любовь. И мы ебем тех кошек, когда по ночам их ищут. Бля, пиздец, 163-й такое дерьмо стелит, нахуй. Чуваки, охуенно. Релиз тоже у 163-го пиздатый, мне очень понравился. Я просто думал, что мы видео выложим с Ромой. Вот, поэтому я там говорил свое мнение. Типа, могли понять вы мое мнение по тому видосу. Короче, охуенный тоже релиз был. Ты же парня. Со мной Борис Редвул, это лучший диджей. За Skyrim Mount 6 раз, бля, как ТиДжей. Биток свичнулся, пиздат. Родился черным, умру белым, MJ. MVP, Родился черным, умру белым, MJ. NBA, MJ. Я купил бабушке аптеки таблетка, я больше не уебан. Бро, уронил тебя, хотя бро просто поставил ему щелбан. Я прекрасно знаю, в каком месяце идет харвест. У меня за зубами лежит грязь, и я не брокарис. Захлебываюсь грязью, у меня токсикроз. Расставил на блоке, слишком долго у него варикоз. Мои пацаны козлы оттрахали бит, как коз. Я помню улицу, бля,
на которую рос. Окей. Окей, мои пацаны козлы оттрахали коз, пацаны готы, Free Rio 2, чуваки, скоро дропается. Бля, клип охуенный, не хватает нашей индустрии клипов, но вот сейчас, типа, вроде наращиваются обороты, не знаю, что будет дальше. Я считаю так, это лучшая версия клипа G-Shock, знаете. Лёха Новиков, красавчик, черно-белые тона, короче, клип охуенный. Я люблю клипы, пацаны. Free Rio 2, трек мне тоже понравился, скоро Free Rio 2, чуваки, да. Поставьте лайк этому видосику, если хотите, чтобы я сделал реакцию на Free Rio Motherfucking 2. Хотел, знаете, что сказать, что... Нравится такой серьезный какой-то лад у пацанов. И очень понравился мне трек 163-го на альбоме. Трек тоже с Будой. Прям такой, блядь, душевный пиздец. И жду, короче, Free Rio 2. Надеюсь, там будет тоже такое, типа, серьезное дерьмо. Но, скорее всего, там будет куча просто грязных панчей. Детройтская, флинтовская, всякая хуйня, знаете. Окей, чуваки, комментарии тут пока еще клип свежий. Поэтому комментарии здесь пока только шутки про то, что Гриша стоит на месте, потому что, типа, клип еще не вышел. Ха-ха-ха, смешно. Так что, да, не будем чекать, чуваки. Джонни Джойстик в этой суке. What's up, чуваки? OG Buddha, 163-й Скали Милана с треком «Грязный». Free Rio 2, Up in the Soul. Слушайте грамотную музыку, качайте, раскачивайте, чуваки. Бау!